Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я, Вика. Сегодня я вам покажу бактус. Вот этот вот немного разъясню, покажу. Я уже даже связала. Вот видите, мой связанный. Нашлись у меня ниточки, я его быстренько сообразила. Вот, что хочу сказать. Вот, кстати, нарисовала схему к первому видео. Я немного опираюсь на то видео, мы будем вязать. Просто я вам покажу, как начать угол бактуса, да, и начать добавлять, и как убавлять по вот этой вот схеме. Она будет немного изменена. Для начала, кто не видел то видео, перейдите по ссылке, посмотрите, попробуйте вязать. Кто опытный, не обязательно, им будет и так понятно. А кто начинающий, свяжите пару листочков по тому видео, чтобы уже у вас в голове отложилась сама вот эта схема. Вот, что хочу сказать. Кстати, там писали отзыв, девчонки, тоже. Я пробовала, видите, я здесь. Пробовала добавлять только во второй половине, как бы, лепестка. Очень мало добавляется, и он получается узкий. Уже кто-то связал и написали, девчонки, отзыв, ну, комментарий. Поэтому я тоже, у меня он асимметричный. Вторую половину я уже не так делала. Далее, вот, если вы видите, я начала уже добавлять. Вот здесь еще нет, кстати. Вот, дальше я уже пошла добавлять все время. Вот в каждом втором ряду я добавляла по одной петле. И так оно получается, что он получился вот таким вот треугольником правильным. Я считаю, это самый лучший выход. Итак, набираю я 6 петель. И вяжу таким вот образом. Одну петлю снимаю, делаю накид, лицевая, накид, лицевая, накид, и далее 2 лицевые. То есть кромочную тоже я провязываю, изнаночный ряд. То есть сейчас мы находимся вот не в первом ряду, а вот в этом вот ряду, как бы в третьем. Из третьего ряда я начинаю изнаночный ряд. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой, накид я провязываю изнаночной, потому что вот это он у нас уйдет, вот это лицевое полотно. Далее провязываю лицевыми. 2 лицевые, 1 изнаночная, 1, 2, 3, 4. То есть здесь у нас немного изменена схема. Почему я говорю, сначала свяжите ту смесь. Это схема классического лепестка, то есть ровное полотно. Здесь же мы просто из лепестка добавляем петли, то есть не все. Будем провязывать не все петли вот по 2 вместе для добавления. Так, теперь третий ряд. 2 петли вместе, накид, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, накид. И вот видите, вот этот накид мы уже провязываем лицевую, он у нас будет. Вот, видите, из вот этих вот накидов мы вывязываем основное полотно. Далее, в конце у нас всегда 2 лицевые. Это будет наша кромка, вот такая вот она получится. Лицевыми они вяжутся и в лицевом, и в изнаночном ряду. Одну снимаем, вторую провязываем лицевой. Далее, 2 изнаночные. 3 лицевые. Изнаночная и 5 лицевых до конца ряда. То есть здесь в чем у нас разница? В том, что у нас здесь вот лицевых петель на одну меньше. 5 ряд, 2 петли вместе, здесь у нас он 7, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид. Здесь 3 лицевые,
3 накид. То есть видите, здесь мы вязали 2 вместе перед накидом в обычном лепестке, здесь мы его не вяжем 2 вместе, потому что нам не нужно как бы восстанавливать полотно, нам нужно, чтобы эта петля добавилась в основное вязание. Продолжаю я вязать листок вот сюда. Вот смотрите, провязала я до половины раппорта, до половины узора, то есть все добавления, вот видите, все в нашем лепесточке, вот я сделала все добавления, а здесь, видите, эти петли у меня ушли в основное полотно, вот оно начало у меня уже вырисовываться, видите, вот оно, то есть по итогу, если так разобраться, мы просто не вяжем вот эти вот две вместе, заменяя их на лицевую, а образовавшуюся петлю из накида мы провязываем в основное, перебрасываем в основное полотно. Вот здесь вот хорошо видно, да, что все накиды у нас уходят в основное полотно. Видите, здесь у меня нет этих двух вместе. В том лепесточке из видео петли уходят в основное полотно. Вторая половина узора. Во второй половине узора у нас 2 вместе здесь, потом накид и еще 2 вместе. Видите, вот на схеме 2 вместе, накид 2 вместе. Здесь мы вот эти аннулируем, вот эти вторые 2 вместе. Мы их не вяжем, мы их вяжем уже в лицевую глади, в основное полотно. То есть получается, что опять мы из накида вывязываем, добавляем петлю в основное полотно. 2 вместе, накид, 2 вместе, 11 лицевых. Вот здесь вот было в том прошлом видео ошибка, там я сказала 13, но я их посчитала с этими двумя вместе. 11 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 вместе, накид и далее лицевые, то есть этот накид у нас уходит в лицевые петли, мы не вяжем 2 вместе. Вот продолжаем по тому узору, который вы уже умеете, но не делаете в конце лицевые 2 вместе лицевой. Продолжаем до конца узора. Итак, довязала я до конца узор свой. И делаем вывод. Из всей схемы, из всего узора, который мы уже вязали в прошлом видео, я убрала для того, чтобы добавить. Вот видите, все мои накиды ушли в основное полотно. Точно так же, как и здесь. Для этого я все петли, которые здесь у меня были 2 вместе, убрала. До первой половины у меня была одна. Один цикл петель 2 вместе, которые я убрала, а во второй половине их 2. Один остался, второй я аннулировала для того, чтобы эти петли ушли у меня в основное полотно. Вот. Теперь вот таким вот образом вы вяжете до того момента, ровно до половины платка, бактуса, шали, я не знаю, что вы, какую, как хотите, так и назовите. Вот, то есть вот таким вот образом вы довязали до середины, вот она середина. Теперь это основное, вот оно основное полотно, которое мы добавили из этих накидов. Вот, теперь нам нужно их убирать, эти петли. Каким образом мы будем убирать? По сути, принцип тот же самый. Здесь мы аннулировали 2 петли вместе, то есть аннулировали одну, убав, тем самым добавив эту петлю в основное полотно. Теперь же нам нужно эту убавку, одну, еще одну добавить. В первой половине мы вяжем, вот я сейчас опять начинаю с третьего ряда, снимаю накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Здесь у меня ничего нету, а я делаю 2 вместе лицевой. То есть здесь я начала с третьего ряда, потому что первый был вот на стыке.
Таким образом, я добавила, в третьем ряду у нас нет убавки, я ее добавила, то есть ее вообще нет. Далее она появится перед накидом, и еще одну я добавлю после накида убавку. Сейчас я вам все покажу. То есть плюс одна к схеме. Схему, девчонки, я сфотографирую, выложу в Instagram, чтобы была фотография, кому нужна. Далее, что если будет у меня время, я нарисую схему именно для этого, как бы с этими добавлениями, но не обещаю очень скоро. Так, здесь уже накид я провязываю лицевой петлей. Сейчас поймете почему. Потому что он у нас уйдет в лепесток. Он у нас уже не будет уходить в основное полотно, а уйдет в лепесток. Итак, здесь вяжем по схеме. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая. Ой, вот здесь вот у нас должно быть 2 вместе. Но здесь мы вяжем накид, лицевая, 2 вместе. Вот у нас накид уходит в лепесток. Делаем накид и еще провязываем 2 вместе. Вот таким вот образом. Значит, у нас получается 2 вместе 2 раза. До накида и после накида. Продолжаю таким образом до половины полотна. Так, смотрите, видите, довязала до половины схемы. Половина петель убралась. Теперь вторая часть. Нам здесь еще нужно... Так, здесь мы тоже накид. Здесь у нас 2 вместе. Это у нас... После добавлений 15 ряд, 2 вместе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а здесь у нас 2 вместе, а в этой схеме, в ровной схеме, а в этой у нас 3 вместе, то есть вот здесь вот мы добавляем эту одну петлю лишнюю, как бы одну убавку еще, то есть не 2 вместе, а 3 вместе здесь провязываем на протяжении всей схемы, вот до конца. Вот перед накидом у нас 3 вместе, накид 2 вместе и до конца схемы, то есть во второй половине 3 вместе, накид 2 вместе. Вяжем. Смотрите, дошла до конца схемы. Сейчас я вот в этом ряду нахожусь, где у меня должно по центру быть 3 вместе. Это по сути последний ряд. То есть у вас он не последний, это уже в конце, я имею в виду последний. А так вы вяжете таким вот образом до того момента, пока у вас прям вот здесь не уберутся все петли. Все. Вот видите, теперь я их провязываю лицевой, эти все петли. Далее 2 вместе, 2 вместе кромочная, и вот эти 4 петли я просто провязываю вместе. Все, по сути, вот это все, то есть первую половину мы добавляем, а вторую половину мы убавляем. Здесь мы убираем одну убавку, здесь одну убавку добавляем. И вот таким вот образом вяжем вот это среднее полотно, и есть наш платок. А по краям получатся лепесточки. Вот он мой, сейчас я вам покажу. Видите эти убавки? Все, девчоночки, вяжите. Еще есть время поносить, связать. Вот у меня что-то такое впечатление, что наша зима, девчонки, будет у нас теперь весной, потому что мороза у нас еще не было. Все, а я с вами прощаюсь, мои хорошие. С вами была Вика из школы рукоделия. Вяжите, пишите, что вам еще нужно. Всем пока-пока!